Модель C203 — это первый двухсимочный слайдер компании Nokia. Его особенность — совмещение обычной клавиатуры и сенсорного экрана. Далее в обзоре мы расскажем поподробнее об этом устройстве. Nokia C203 не назовешь маленьким, к тому же сказывается форм-фактор устройства, в связи с чем он немного толстоват. Но вес у него небольшой, всего лишь 118 грамм, и в руке он лежит отлично. К качеству сборки претензий нет. Сенсорный экран защищен пластиком. Сверху расположен разговорный динамик, снизу две клавиши, они отвечают за прием и отбой звонка. Клавиатура удобная, кнопки хоть и небольшие, но нажимаются легко. Подсветка срабатывает во время касания клавиш. На верхнем торце расположен порт microUSB, разъем для наушников и разъем для подключения зарядного устройства. Слева под заглушкой находится отсек для второй сим-карты. С правого торца мы видим клавиши регулировки громкости и клавишу блокировки. На нижнем торце разместился микрофон. Дисплей выполнен по технологии TFT, диагональ 2,6 дюйма, разрешение составляет 240 на 320 точек. Цвета естественные, запас яркости хороший, на солнце экран немножко выцветает, но остается читаемым. На задней поверхности мы видим глазок камеры и отверстие под динамик. Под крышкой расположен разъем для сим-карты и слот под карту памяти. Тут же мы видим аккумулятор емкостью 1020 мАч. Его заряда хватит на 4-5 дней умеренного использования. Встроенной памяти здесь 10 МБ, поэтому сразу рекомендуем расширить объем памяти. Поддерживаются карты microSD емкостью до 32 ГБ. Из беспроводных коммуникаций тут только Bluetooth. Интерфейс телефона достаточно удобен, никаких подтормаживаний и зависаний не наблюдается. Пользоваться основными функциями телефона просто и удобно. Звонить, просматривать телефонную книгу, писать смс не сложнее, чем на односимочных устройствах. В телефон предустановлены все минимально необходимые программы, такие как браузер, приложения для просмотра фото и видео. Музыкальный проигрыватель поддерживает форматы AAC, MP3, MP4. Есть предустановленные профили эквалайзера. Чтобы полностью насладиться качеством звучания, необходимо приобрести хорошие наушники. Камера имеет разрешение 2 мегапикселя. Качество снимков на приемлемом уровне. Аппарат записывает видео в разрешении 320 на 240 пикселей. Nokia C203 — это редкое в наше время сочетание слайдера и сенсорного экрана. К тому же телефон имеет приятный внешний вид и отлично собран. Радует поддержка двух сим-карт и цена. Рекомендуем к покупке. Более подробно с характеристиками устройства вы можете ознакомиться на странице товара на сайте. Там же можно найти специально подобранные аксессуары. Не забывайте и о нашей группе ВКонтакте. Пишите, начинайте обсуждение. Всегда будем рады ответить на ваши вопросы.